Сокол преобразится. В городе Спутники заканчивается реконструкция крытого катка. Уже в этом году новочебоксарцы и их гости смогут здесь проводить свой досуг и заниматься спортом с комфортом. Напомним, что с 2011 года Ледовый дворец находится на реконструкции. Строители трудятся здесь уже четвертый год. За это время им удалось полностью заменить кровлю здания и одновременно утеплить его. Проложить 22 километра труб, установить новое холодильное оборудование. На смену старому ледовому полю пришло новое с пластиковыми бортами. В сентябре 2012 года у основного здания появились два трехэтажных пристроя. В этих корпусах планируют разместить дополнительные раздевалки, пункт проката, медицинский центр, тренажерный зал, кафе и даже гостиницу на 50 мест. Как отмечают в Минспорте Чуваши, полностью реконструкция закончится в этом году. И в Олимпийский год современный спортивный центр откроет свои двери для фигуристов, хоккеистов и всех любителей катания на льду.